Всех приветствую. С вами Дмитрий Мальцев. И в этом видео немножко расскажу о семинаре, который будет проходить 30 июня, 1 июля при Ассоциации прикладной кинезиологии. Сам семинар называется «Диетология в прикладной кинезиологии». И плюс в рамках этого семинара я еще познакомлю вас с новым направлением в ПК, которое я назвал GPS здоровья. Досмотрите видео до конца, и будет понятно, о чем я говорю. Итак, ну, во-первых, этот семинар для тех людей, которые привыкли принимать рациональные решения. Да, и на основе этих решений делать соответствующие логические выводы, ну и дальше действовать. Каждый из нас слышал, что наше тело, наш организм является самовосстанавливающейся системой. Причем с фантастическим, с идеальным центром управления, вот, который делает все возможное для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашего организма, причем с минимальным расходом энергии. Да, то есть вот просто идеально. Да, тогда возникает логический вопрос, да, а почему, несмотря на всю эту идеальность и совершенство, да, возникают эти проблемы, возникает боль, возникает дискомфорт, возникают другие какие-то ситуации, которые, ну, нам мешают в жизни. Давайте с вами вместе подумаем, да, и подумаем, как это решить. Да? Ну, в большинстве случаев у нас получается, что люди как решают возникшую проблему? Никак. То есть, ну, само пройдет, и ну, как-то оно само проходит. Да? Вот, ну, бывает, что само проходит. Вопрос цены, да, то есть, которую люди платят за то, что оно само по себе прошло. А второе решение, люди что-то делают, ну, какие-то действия предпринимают. Там, выпили таблеточку, сделали массаж, намазали чем-то, еще какое-то действие. Да, то есть, ну, в большинстве случаев работают с симптомом. Да, симптом устранился, боли нет, ну, все, хорошо. Но здесь тоже возникает вопрос цены. И третий, самый важный момент, на который мы должны обратить внимание, да, и так нужно действовать, да, это вопрос ресурсов, да, то есть все мы знаем о том, что если не хватает ресурсов у тела, у организма, значит где-то обязательно будет срыв, где-то будет боль, где-то будет дискомфорт, ну и другие какие-либо действия. А давайте на этом и остановимся. Вот, у нас получается, что мы очень часто для решения вот этих возникающих каких-то проблем можем оказывать какие-либо, ну, физические действия, да, какие-то манипуляции, работать с физическим телом, с энергетическим, с меридианами, ну, с эмоциями и так далее. Да, но все это вот здесь, да, то есть у нас должен быть вопрос, если наша система является абсолютно совершенной, идеальной, центр управления всем этим управляет. Почему он не решает вот этих проблем? Да, почему мы, вмешиваясь, вот создаем эти условия, и нам кажется, что мы помогаем человеку? Я уже повторялся и повторяюсь еще раз, какой ценой? То есть любые наши действия подразумевают то, что мы у будущего берем взаймы здоровье на сейчас. То есть с моей точки зрения, для того, чтобы решить вопросы, надо просто помочь системе. И вот на первых каких-то шагах, неважно сколько их будет, 10, 15 и так далее, нам нужно дать нашему телу, нашему организму, который является еще и помимо всего прочего здоровенной химической лабораторией, такой заводище, в котором миллионы процессов проходят, нужно дать вот эти ресурсы, которых у него не хватает. И это не физические какие-то действия, да? Это тот же цинк, магний, калий, витамины, микроэлементы, да? Ну, то есть вот, это ресурсы для него. А помочь мы ему можем меньше ложа мусора внутрь, который у нас вместе с пищей, да,
мы потребляем. И вот где физические действия нужны, да, это чтобы человек еще начал двигаться, потому что вот сейчас очень многие люди рассматривают прикладную кинезиологию как новую волшебную пилюлю, палочку, вот сделайте мне тут что-нибудь, я сам ничего не буду делать, а вы мне что-нибудь вот предложите. Мы можем предложить, но тоже до определенного момента, но я, допустим, ну так получается, да, я своих клиентов, я их напрягаю, они должны напрягаться. То есть я со своей стороны даю, определяю, даю ресурсы их телу, их организму, а дальше они должны впахивать. И только тогда получится продлить жизнь, продлить молодость, вот эту активную жизнь. Да, не просто в дряхлости там человечек на инвалидной коляске, да, но зато дожил до 120 лет. Да нет, ну как бы ты прожил там 110, 115, 120, неважно сколько лет, но долго, но и при этом активно. Вот о чем я говорю. То есть это моя цель и цель этого семинара. Потому что получается так, что вот сейчас наши люди, там, ну, где-то в 70% случаев у нас на территории умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще в 15% там умирают от рака. И мы фактически с вами живем в 19 веке по продолжительности жизни на нашей территории. Да? Тогда как там итальянцы, французы, японцы, еще кто-то оторвались от нас там лет на 20, а то и 30. И я считаю, что пришло время действовать. То есть нужно изменить эту ситуацию. И мы с вами это можем. Вот, поэтому приходите на семинар 30 июня, 1 июля. Специально для тех, кто зарегистрируется до 16 июня, лично от меня специальная цена, ну я такую придумал, 3333 гривны. Плюс вы получите первые 9 человек, которые зарегистрируются до этого числа, получат без оплаты на зоды. Плюс в рамках этого семинара я познакомлю вас с новым направлением GPS здоровья. Почему GPS, да? Потому что, ну вот, грубо говоря, потому что GPS. Вы можете ехать наугад и думать, вот какие возможные там проблемы, где там, с чем я столкнусь. Либо у вас будет карта. Карта возможных проблем через год, через два и так далее, с каким-то конкретным органом или органами. И вы будете понимать, что необходимо сделать для того, чтобы помочь. Да, то есть это превентивные меры применять. Да? То есть вы будете проактивными, вы будете предупреждать проблемы, прежде чем она возникнет. Вы будете знать о возможности ее возникновения. И это действительно круто. Да, то есть не решать проблемы вот по ходу их возникновения. Ай, вот здесь болит, давайте что-то делать. Ну, в таких ситуациях дали ресурсы, и вот если не помогло, еще раз пересмотрели все, да, если все сделали правильно и вот не помогло, тогда уже, ну, тогда это плохо, конечно. Но все равно можно решать такие проблемы. И это в наших силах. Вот, поэтому еще раз, приходите 30-го, июня, 1 июля будет семинар «Диетология в прикладной кинезиологии» при Ассоциации прикладной кинезиологии. Плюс знакомство, презентация нового метода GPS здоровья. Плюс безоплатные назоды для участников, первых 9 участников, которые зарегистрируются до 16 числа. Плюс специальная цена до 16 числа лично от меня 3333 гривны на семинар. И, ну, в любом случае, будет интересно, много информации. И все, до встречи, приходите, буду ждать. Пока.